меня бывает такое ощущение, что мы рвемся в космос, когда нам говорят 3, 2, 1 в эфире. У тебя не бывает такого ощущения? Ну, иногда. У меня были ощущения сейчас на улице, когда я говорил, друзья, там холодает. Поэтому продумывайте свой гардероб на день, потому что там на самом деле холодает. Да. А у нас, кстати, теплеет от того, что в 8 утра мы уже слышали, как звонит наш телефон. А он по какой причине звонит? Потому что мы анонсировали вам, что есть возможность сегодня забрать сертификат от нашего партнера. Три четверти. Это будет приз дня, друзья. Да. Приз дня. Да. Три четверти. Профессиональная доставка лапши. 8 утра. Да. И суши. У нас звонок. Давайте послушаем, кто там нам звонит. Вот это, я могу нажать? Отлично. Доброе утро. Ух, как громко. Доброе утро. Алло, доброе утро. Здравствуйте, скажите, мы рады вас слышать. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень приятно. Меня зовут Сергей. Сергей. А зачем вы нам звоните, Сергей? В такой ранний час. На самом деле, вот смотрю вашу передачу и услышал, что розыгрыш пиццы, по-моему, у вас есть. Захотелось поесть. Захотелось поесть, Сергей думает. 8 утра, время завтрака. Ну, что ж, вы правы, конечно, Сергей. Скажите, пожалуйста, вы человек, который знает о том, что верный ответ уже есть в группе «Три четверти» ВКонтакте? Или вы наобум будете отвечать на наш вопрос? Ну, я на самом деле заказывал пару раз в этой компании, поэтому в курсе и в группе, и это тоже в курсе. Могу я предположить ответ, заранее задав вам вопрос? Вам же очень нравится качество «Три четверти», правда, Сергей? Ну да, мне, в принципе, неплохая там продукция. Что я требовал доказать? Ну что же, мы хотим задать вам самый главный вопрос, собственно, ответ на который даст вам возможность получить сертификат. Вот этот сертификат от наших партнеров «Три четверти». Итак, вопрос. Итак, какой самый популярный завтрак, заказанный в компании «Три четверти», Сергей? Ну, предположу, наверное, что это, скорее всего, блинчики, может быть. Абсолютно верно. Сергей, мы вас поздравляем, это совершенно правильный ответ. Блинчики – самый популярный завтрак, который заказывается в «Три четверти». Я вот думаю, Сергей, вы не экстрасенс? Нет, не обладаете экстрасенсорными способностями? Что-то еще раз. Вы не экстрасенс? Нет, к сожалению, нет. А смотрите, как бы звучало «экстрасенс Сергей». Да. Да? Экстрасенс Сергей, который пользуется контактом. Сергей, ну что же, мы абсолютно с большим удовольствием даем вам этот сертификат от «Три четверти», сертификат на 500 рублей номиналом. Вы можете заказать себе все, что хотите, именно на эту сумму. Да. Наших партнеров. Забрать вы сегодня можете его либо до 9 утра, придя к нам сюда на площади Победы, мы находимся прямо сегодня в самом центре города, либо на Дмитрия Донского, 42, с 10 до 18 часов по рабочим дням. Сергей, давайте, у вас есть буквально 3 секунды на приветы и благодарности, конечно. Спасибо вам большое, передаю всем привет всему Калининграду. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо большое и вам, что вы к нам дозвонились. Желаем вам классного дня. А прямо сейчас посвятим вам следующую песню, как артисты, которые могут себе это позволить. Для вас в эфире клип.